Второй год подряд ивановские таксисты отмечают свой профессиональный праздник. Как и в прошлом, день такси начался с автопробега. 10 машин с флагами и символикой различных служб колонной проехались по городу, оповещая коллег по цеху о празднике. После автопробега веселье продолжилось на бульваре Кокуй, где собрались около 100 таксистов из разных уголков нашей области и даже гости из других регионов. Вся Россия знает о том, что сейчас в Иваново праздник проводится. По тем людям, которые сюда приехали, мы понимаем, что они остались не в стороне. Приехали Рязань, Нижний Новгород, Москва. С Ивановской области приехали много представителей. Я думаю, они все поддержат, они понимают, что мы должны объединить свои, вот сейчас в нелегкое это время, проблемное, объединить свои усилия. Кстати, в праздновании этого дня ивановские труженики руля и таксометра – первопроходцы. Организовать для перевозчиков профессиональный праздник – идея руководителей Ивановского профсоюза. Но так как на дне такси в этом году много перевозчиков из других регионов, возможно, традиция распространится по всей России. Я надеюсь, что это будет по чинам. И уже на следующий год 200 городов, а может быть 300 будут участвовать в таком празднике. Поэтому мы и приехали, потому что это интересно, это нужно. Люди понимают, что они собрались, что они объединились. И это всегда, это будущее. Даже думаю, на следующий год будут все регионы участвовать. Профессия таксиста не самая легкая и, без сомнения, опасная. С тех пор, как в силу вступил 69-й закон, поводов для праздника у перевозчиков немного. Разве что день такси. Это еще один повод не только встретиться, пообщаться с коллегами, но и обсудить те вопросы, которые действительно назревают вот в наш век, в настоящее вот время. Вот эти федеральные законы по поводу такси. Вот все, это все то, о чем можно поговорить, встретиться и обсудить. С прогрессом на смену рациям пришли мобильные приложения. Возможности просто поболтать о работе, потравить байки у таксистов не стало. Но в этот день все они снова в сборе. И все как один гордятся своим призванием. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.